Здравствуйте, это канал Максимадзе, и в комментариях меня снова попросили поиграть в эту философскую игру под названием «Будете ли вы нажимать кнопка?». Короче, для тех, кто до сих пор не в курсе, может, первые три серии кто-то не видел, здесь дают какое-то предложение вам, и мы должны выбрать, согласны ли мы или нет. При этом у этого предложения есть и обратная сторона, из которой мы глядя на которую мы должны решить, можем ли мы согласиться на это или нет. Что же, игра на английском языке, поэтому нам приходится пользоваться переводчиком. Зачастую он переводит не так, как надо, но будем надеяться, что все будет хорошо. Короче говоря, первое, что у нас сегодня, это ваш любимый Дигимон становится настоящим. Дигивица не нужна, и у вас телепатия, и вы лучшие друзья. Что такое Дигимон? Скажите мне, пожалуйста. Оригинал покажите мне. Дигимон. Ну что такое Дигимон-то? У вас телепатия, и вы лучшие друзья. Но вы оба связаны. Вся боль, удовольствие, жизненные силы являются общими для вас. Для них они умирают, и вы умираете. Короче говоря, я вообще не понял, что это за предложение, кто такие дигимоны, дигивицы. Давайте это просто нажмем «нет». Ну и, впрочем-то, я угадал. Я даже не люблю дигимонов. Видимо, дигимоны — это какие-то персонажи, но я вообще никогда про них не слышал. Я не знаю, кто это такие вообще. Ладно, что у нас дальше? Вы чемпион НБА. У вас нет бровей. Что такое НБА? Я тоже не знаю, давайте пропустим. Ну, 50 на 50 почти. Так, ну вот, это уже другое дело. Это уже получше. Более понятно. Вы можете заняться сексом с любой женщиной, которую захотите, но она закрывает глаза и делает вид, что это Дэвид Леттерман. Мне кажется, я... Может быть, еще не дорос до таких вещей. Давайте это тоже пропустим. Ну, тоже почти 50 на 50 получилось. Надо было комменты почитать, ну ладно. Вы самый умный человек в мире, но никто никогда не узнает об этом, видимо. И вы работаете на черной работе всю жизнь. Плохой работе, видимо. Ну, самым умным человеком, мне кажется... Это не обязательно, я даже не мечтал об этом быть обязательно. Итак, в основном моя жизнь... Короче говоря, нет, зачем мне работать на черной работе? Каждый раз, когда вы видите сон, любое имущество, которое вы приобретаете во сне, будет с вами, когда вы проснетесь. Но ваши сны всегда будут кошмарными, из ваших худших страхов будут чрезвычайно реалистичными. Ну, в кошмарных снах мы можем покупать что-то кошмарное. На ней ничего кошмарного не надо. Тоже пропускаем. Мы еще ни разу не нажали, по-моему, на кнопку. Следующий. Вы узнаете, когда вы умираете. Но у вас больше никогда не будет Starbucks. Что такое Starbucks, извините? Неужели это написала белая девушка? Starbucks. Звездные буки. Я не знаю вообще, что это такое, тоже пропускаю. Ну и впрочем-то я... Ну и кто, кроме того, лучше не знать, когда мы умрем. Будем лучше жить. Вы получаете суперспособности. Даже не написано, какие. Вдруг это плохие суперспособности. Но вы можете использовать их только в качестве злодея. Не, злодеем... Максимадзе никогда не будет злодеем. Да. А большая часть людей хочет. Ладно. Вы можете получить любую суперсилу, которую захотите, но вы умрете лет через 10, оставив в памяти себя или свои поступки.
Ну, тут зависит от возраста и от человека вообще. Если это спасет целый мир или страну, можно было бы и согласиться, но лично я на такое, лично я не хочу, мне еще рановато для этого. Вы можете купить печенье для девочек-скаутов. Герл-скаутов. Это будет стоить вам о дереве Фиде. Блин, слушайте, ну что за вопросы такие пошли, на которые я вообще не знаю, как ответить. Задают вопросы, про которые я даже не знаю. Фиди, это что такое? Никто не говорил, сколько я могу купить. Только то, что это будет стоить 3,50 доллара. Купить их все менее чем за 4 доллара. И ладно, тоже пропускаем. Я не знаю, что это значит. Что такое дерево Фиди. Вы можете путешествовать вперед во времени, когда захотите, без каких-либо последствий. Но вы можете путешествовать только со скоростью 1 секунда в секунду. Это как понимать вообще? 1 секунда в секунду. А. Ну если... в принципе, то есть... 1 секунда в секунду, если может быть, то это, наверное, никаких изменений в скорости. Скорость, наверное, самая-самая обычная. Так что, в принципе, я так понимаю, что это даже нормальное предложение. Тоже запутанное, но нормально. Согласиться мне, наверное, может. Ну, тоже. Святое дерьмо, это сработало. Ну, просто 1 секунда в секунду, я ни хрена не понял, что это значит вообще. Вы можете жить в мире Гарри Поттера, но вы умираете через 3 дня. Нет, это даже обсуждать не будем. Гарри Поттера я видел немного по телевизору, но я ни книги про него не читал, фильмы никогда про него не смотрел. Поэтому, ну и к тому же, через 3 дня умереть не захочет никто. Вы можете иметь любовь мечты, но все остальные умрут. Все остальные, это вообще все люди на Земле? Все мои родственники, которые у меня есть, тоже обсуждать не будем, убрали тоже. Я запаниковал из-за грамматики и подтолкнул ее. Да, точно. Джон Леон возвращается. Я опять не знаю, кто это такой. One Direction превосходит The Beatles. А, The Beatles — это группа, я про нее слышал, не слушал никогда, но слышал. Самого продаваемого. Мне плевать на вот это вот, если честно, давайте, это я тоже откажусь. Если бы это был Фредди Меркьюри, я бы нажал на него. Обретите способность Бога. Вы знаете точный момент времени, когда вы умрете, и нет никакого способа избежать этого или оставить это. Обретите способность Бога. Боги не умирают. Что за дерьмовый вопрос? Снова пропускаем. Хотя звучит очень похоже на тетрадь смерти. Вы становитесь богатым и знаменитым. Вы меняете пол. Нет. Я честно скажу, менять пол — это отвратительно. Просто ужасно. Никогда так не делайте. Это отстой. Просто отстой. Нет, ни за что. А нет, есть люди, которые согласны. Вы превращаете мир в идеальный утопический рай. Но чтобы сохранить этот рай, один ребенок вынужден терпеть постоянные пытки, боль и страдания бесконечно. Если ребенок умрет, его заменят другим ребенком. Тогда вымрет все человечество. Нет. Если этот ребенок является комаром, то тогда я согласен. Но здесь про это ничего не написано. Ты самый генуик из ныне живущих. Кто? Какой генуик еще, блин?
У вас болезнь Альцгеймера, и каждые 15 секунд вы забываете. Вы все забываете. Я ничего опять не понял, давайте это пропустим. Ну, впрочем-то, большинство людей тоже пропустили. А, гении, видимо, написали неправильно. И переводчик, в свою очередь, перевел это как Генуик. Давайте посмотрим, как оригинал пишет. А, ну да, они, ну да, с ошибкой написано оно, действительно. Вы можете изменить все, что пожелаете, но вы умрете в течение 1 месяца после его получения. Ой, это спорно, это спорно. Смотря для кого, но я не согласен. Желание жить вечно. О, я тоже лайк поставлю. А, я не могу поставить. Я не зарегался. Вы становитесь известным серфером. Кошки нападают на вас на глазах. На глазах кого? Ни хрена не понял, тоже давайте это пропустим. У меня есть кошка, и у меня была. И у меня была кошка когда-то. Но она бы никогда бы на меня не напала. Вы можете дышать под водой. Повсюду будет высокая опасность для акул. Ну и плевать мне на акул, знаете ли, я согласен. Полностью. Хотя. Ну, я не знаю просто, есть ли польза от каких-то. Есть ли польза от акул? Поэтому я соглашусь. От акул неприятности, разве что точно есть, это я знаю. Вы получаете 10 желаний без улова, но все они связаны с потерей пальца. Пошло, ну нафиг, пальцы людям дороги. Последнее пожелание. Пожелание 11 пальцев. Хорош, хорош, молодец. Вот это он прям продумал. Вот этот чувак. Я бы ему поставил лайк, если бы я мог это сделать. Можете заняться сексом с любыми женщинами, которых вы хотите каждый день на всю оставшуюся жизнь. Несколько сразу, что ли? Но вы больше никогда не сможете поговорить или увидеть свою семью. Опять про этот разговор пошел? Нет. А, и там было написано, я женщина, поэтому нет, спасибо. А, отлично. Только для мужика вопрос этот. Так, у вас неограниченный запас различных вин на всю оставшуюся жизнь. Каких вин? Это тут то, что мы провинились, или тут имеется в виду про вино? Да, похоже, что про вино. Вы никогда больше не сможете пить воду. Я вообще вино не пью, я пью воду. Вот и все. Вода нужна нам, чтобы выжить, действительно. Нажатие кнопки это самоубийство. Во, правильно, правильно, да. Вы возглавляете обвинение, чтобы свергнуть американское правительство, восстановить его для народа народством, как это было задумано. Вы не можете угнетать кого-либо на основе расы, пола, сексуальной ориентации или мыслей. Ну, в принципе, вот это не так уж и критично. Я, наверное, даже соглашусь. Байден конкретный маразматик, я считаю, ему не место быть президентом. Самый старый президент, которого я только видел. И он реально такой маразматик. Самое смешное, что я от него услышал, это то, как он сказал, что он пришел работать в Сенат 180 лет назад. Как можно до этого додуматься, я не понимаю. Вы драконорожденный. Вы всегда будете нести слишком много, чтобы иметь возможность бегать, вне зависимости от того, что вы уроните. Зачем мне быть драконорожденным? Я даже не совсем понимаю, что это за... Драгон... Нифига непонятно, если честно, серьезно. Вы встречаете свою вторую половинку и глубоко влюбляетесь. Она того же пола, что и вы. Нет, Максимадзе никогда не будет гомосеком. Мне интересно, и кто же 49% вот эти вот ответившие трансгендеров, что ли, так много?
Вы получаете Half-Life 3 прямо сейчас без ерунды, но это эксклюзив для Xbox One. В принципе, ну для этого у нас Xbox... А мы получим Half-Life 3 без... вместе с Xbox One, что ли? Или нет? Если да, то можно согласиться, если нет, то не буду. Ну и я нажал нет, потому что я не был никогда фанатом Half-Life. Ну, на самом деле, я даже его и не видел, если честно. Хотя меня, кстати, просили его поиграть. Вы можете увидеть корытные полотна, когда захотите. Корытные полотна, ничего опять не понял. Вы становитесь немного менее привлекательным. Немного совсем менее. Давайте, я не знаю, что такое корыт... Я не совсем понимаю, что такое корытные полотна. Давайте пропустим. Вот что, давайте посмотрим. Я один из тех людей, которые не извращенцы. Взаимно. Это зрелище подно отсталых. Я не могу позволить себе быть менее привлекательным. О, молодец, чувак. Сразу видно, что о себе заботится. Так сказать. Черт возьми, я не привлекательна даже сейчас. Разница лишь в том, что я увижу, по крайней мере. Черт возьми, я только что прочитал. Человек... А, я понял, что это значит. Я понял, что это значит. Я понял. То есть возможности смотреть, что находится у человека под одеждой. И, ну, это тоже зависит от человека. Если человек действительно тоже непривлекательный, к нему девчонки не цепляются, то, в принципе, может быть, ему это подходит. Но это в том случае, если ему вообще интересны эти так называемые корытные полотна. Но если... Но тут по желанию еще должно быть. Если он все время будет их видеть... голые тела перед собой без возможности видеть одежду на них, то это будет плохо, ему очень быстро надоест. Так что тут тоже очень спорно, под вопросом стоит. Кстати, видел в Google Play было какое-то там приложение, которое якобы позволяет через камеру смотреть, что находится у человека под одеждой. Естественно, я скачал его и проверил на себе. И что же я там увидел? Я увидел себя в голубом бюстгальтере. И сразу стало ясно, что это приложение просто накладывает картинку просто на человека, и все. Не скачивайте это приложение, это просто отстой. Вы становитесь интеллектуально выше среднего и становитесь просветленным с миром и жизнью, которые вам были даны. Вы можете выразить это только в интернете. С нашей стороны вы выходите глупым человеком, которого все ненавидят. Ну, мне кажется, мой интеллект меня и так устраивает вполне, я считаю. Нет. Так что для меня ничего не изменилось. Ну, можно так сказать, да. У вас есть сила, чтобы суметь любой женщине, которую вы захотите, по своему желанию. Суметь любой женщине. Чего суметь-то? Тоже что-то в сексуальном плане, опять я смотрю. Гей призывает в армию детских подруг захватывать страну. У нее будут глаза... вашей матери. То есть глаза будут такие же, как у моей матери. Если глаза у нее красивые, то почему бы нет? В принципе, наверное, давайте согласимся. Хотя тоже не совсем понятно, что это за вопрос. Вы будете красивы и богаты за пределами ваших самых смелых мечтаний. Но вы никогда не найдете любви и общения и умрете в одиночестве. Нет. Общение... Как минимум, общение очень-очень важно для человека. Нет. Ну и любовь тоже. Любовь очень важна. Любовь и общение очень сильно важны для человека. Без них нельзя. У вас есть все игровые консоли, игры,
типы контроллеров и так далее. Но вы очень нездоровы. Даже не спрашивайте ни о чем меня здесь. Здоровье дороже. Несмотря чем нездоровы еще. Но если очень-очень, то это плохо, и я отказываюсь. Апокалипсис убьет миллиарды людей. Человечество выживет впоследствии, и ваше выживание гарантировано. Апокалиптическое событие все равно последует, убив только десятки миллионов. У вас есть 50% шанс выжить. Апокалипсис не нужен никому и никогда. Нет. Кто эти 40%? Скажите мне, пожалуйста. Или я мог просто не нажимать на кнопку и вообще не рисковать умереть. Понятно. Вы и мир узнаете смысл жизни. Вы теряете самого важного человека в своей жизни. Бесполезно и абсолютно. Мне это вообще и в принципе не интересно. Я отказываюсь. Будет достигнут всеобщий мир. Вот это было бы неплохо. Но вы и вся ваша семья умрете. Это тоже зависит от только от людей по договоренности. Если они согласны погибнуть ради того, чтобы всеобщий мир наступил, то может быть. Но я на такой шаг не пошел бы. Я, к сожалению, не один из таких людей. Я, к сожалению, не такой. Что-то там надо было прочитать, ну ладно. Вы можете посещать школу колдовства и волшебства Хогвартса, но теперь вы слепы. Мне плевать вот то, что он опять из Гарри Поттера. Я слышал, что Хогвартс что-то там про Гарри Поттера. И слепым быть я не могу. Нельзя быть слепым. А, я волшебник, я могу исправить свои глаза. Очень логично, да, молодец. Нам надо тоже как-то пробовать так же логично думать. Вы возвращаете мертвого любимого человека к жизни в том возрасте, в котором он умер. И это будет похоже на то, что они никогда не уходили. Но вы должны пожертвовать другим любимым человеком и сделать это, и никто не вспомнит их, кроме вас. Если любимым человеком, то лучше уж как было, так и... нужно полюбить Дональда Трампа. Да, вот ненавистники Трампа есть. Сейчас у нас ненавистники Байдена, наверное, будут. Ненавистников Путина очень-очень много. Даже намного больше, чем у Зеленского. Намного больше у Путина ненавистников, чем у Зеленского. Ну ладно, давайте не будем о президентах, а то кто-нибудь разозлится еще. Нет. Просто давайте откажемся и все. Вы живете своей идеальной жизнью. Каждый раз, когда вы делаете шаг, кажется, что зажимаете пальцы ног. Ну, терпеть это постоянно я не могу. Ну и кроме того, я и так живу хорошо, как по мне. Конечно, запросто можно и лучше, но меня все в данный момент устраивает. У вас есть шансы стать миллиардером, но один из ваших близких будет мучительно замучен от рук сумасшедших в течение неопределенного периода времени. Пошло оно нафиг, даже не буду это обсуждать. Если бы он был высечен в камне, чтобы получать деньги. Может быть, но не за шанс. Вы можете разговаривать с животными, но вы никогда не поймете человеческий язык. Нет. По-моему, похожий вопрос у нас уже был в каком-то из предыдущих выпусков. И... как-то вот мы разговариваем с животными. Животные иногда нас понимают. Они, конечно, нам сказать ничего не могут. Ну не жили мы так, ну и нечего начинать. Разговаривать с людьми нужнее намного. Люди — это животные, поэтому вы их понимаете. Отлично, тоже отлично, чудесно, логично. У вас будут приятные, осознательные, влажные сны. Влажные сны? Это как понимать вообще, что такое влажные сны? Фредди Крюгер будет преследовать вас, когда вы... Боже, у тебя пошел он нафиг, я даже не знаю, кто это такой. Опять.
У вас могут быть неограниченные желания. Но вы должны смотреть три целых сезона My Little Pony ежегодно. Ну, если эти неограниченные желания исполняются, то, в принципе, можно и My Little Pony перетерпеть. У него даже фанаты, в принципе, есть. Я никогда не смотрел My Little Pony, я знаю, что многие его не любят. Но, в принципе, наверное, ради желаний можно и потерпеть, давайте согласимся. О, 86% согласны. Черт возьми, является недостатком. Я смотрел каждый сезон все время. Вот, я же говорю, есть у него фанаты. Вы становитесь правителем большой нации. Этой страной являются Соединенные Штаты Америки. Я скажу так, я никогда не хотел быть президентом и правителем вообще чего-либо, потому что вон президента быть очень-очень тяжело. Очень тяжело страной управлять или нацией. Во-первых, многие тебя будут ненавидеть. Мне этого тоже не надо. Ну и как-то охраны же кучи надо будет с собой. Это как-то стрёмно даже будет. Я не согласен. Лучше, чем Трамп, да. Ваш молочный коктейль приведет всех мальчиков во двор. Вам придется взаимать плату. Это, наверное, вопрос для девчонки. Раз всех мальчиков во двор. Если воспринимать это буквально, успешный бизнес, здесь я прихожу. А, или может быть взаимать плату. Я тоже что-то не совсем понял, давайте это пропустим. Вы становитесь самым умным человеком в мире, но опять это было уже, но вот это уже другое. Обратная сторона другая. Вы не получите кредит ни за одну из ваших работ. Я, кстати, никогда не получал в банке кредит, поэтому, наверное, ну и быть, кроме того, если мы будем умным, мы можем устроиться на работу. Программист, к примеру. Программист зарабатывает очень много. Так что можно согласиться запросто. И никакой кредит нам тогда не пригодится. Вы можете трансформироваться во все, что захотите, но вы можете есть только поп-тартс. Поп-тартс я... Поп-тартс, поп это, наверное, какашка. Тартс. А вот тартс уже поп-тартом ешьте сами. Ну, трансформироваться во все, что захотите. Давайте на всякий случай не будем рисковать, не будем нажимать кнопку. Я не знаю, что такое поп-тартс. Ну, в принципе... Не, ну, как-то, если мы ничего, кроме его в жизни никогда больше не сможем есть, кроме поп-тартс, то я нисколько не согласен. Вы будете получать 5 миллионов долларов каждый год до дня смерти. Но вам нужно провести 10 лет в тюрьме, прежде чем вы получите свои первые 5 миллионов. Интересно, что в комментах пишут? Я просто не могу позволить себе бросить мыло. Нифига не понял тоже. В тюрьме, чтобы я мог быть охранником, никогда не говорилось, что я должен быть и матом, и никогда не говорилось, в какую тюрьму могу попасть. Вдруг в самую мирную тюрьму. А ведь и правда, тут не написано, что ими, как именно должен я провести в тюрьме и в какой. Есть же еще хорошие тюрьмы, кстати говоря. Ну, такие не хорошие, а комфортные. Можете в Ютубе набрать, там канал топ-5, например, увидел. Реально комфортные тюрьмы, но, в принципе, тюрьмы это никогда не хорошо. Ну, если охранником, то... Почему бы... Ну, не, я не согласен, если честно. Ну, да, тут четко 50 на 50. Но... Я ни охранником, ни узником быть не хочу. Ни в какой тюрьме. Вы получите девушку, которую любите, но вы умрете в возрасте 25 лет. Нет, это слишком рано. Не будем. Я не лесби... А, ну, понятное дело, что это вопрос для тех, кому еще нет 25 лет, как мне, и только для пацанов. Ну, давайте еще парочку желаний, парочку предложений и все на сегодня. Вы можете читать мысли людей.
Но каждый может знать ваши мысли. Тут спорно очень. Это и с одной стороны и хорошо, и плохо. Можно, в принципе, каждый может знать ваши мысли. Тут реально очень сложно выбрать, что да, что нет. Оба варианта, в принципе, не жили с читанием мыслей, нечего начинать. Наверное. Лучше бы я не нажимал. Вы получили бы 80% от зарплаты Билла Гейтса? Ничего не понял вообще, опять пропускаю. Вы можете контролировать свой вес и изменять его в одно мгновение, но вы больше не сможете есть свою самую любимую еду. Меня свой вес вполне устраивает, мне ничего менять не нужно. Есть, конечно, такие люди, которым нужно менять свой вес. Но это не про меня, поэтому я нажму нет. Ну, давайте на сегодня закончим. Как, может быть, мы еще поиграем в эту философскую игру. Сегодня было очень много вопросов, на которые я вообще не понял, и на них было очень тяжело отвечать. На сегодня все. С вас Экос с меня Эпич Видос. Подписывайтесь на мой стримский канал, смотрите его ВКонтакте, и всем пока.